нарушение условий содержания SCP-объекта 252, гей-боба, она взорвалась. Мы единственные, наверное, кто остался натуралами. Спасите и помогите. Вот смотрите, взорвалась гей-боба, вот эта бомба, да? По идее, мы все должны стать геями. У меня есть предположение, что просто каждый это скрывает. Да идем! Идем! А, жди, просто тебя обязательно спасут, я тебе обещаю. Ой, Вася, почему так мыльно? Ты кто такой? Я тебя не вижу. Кого? Что? Ты как будто хуй жуешь. Ты можешь нормально сказать? Я теперь понимаю людей без очков. Зрение на минус ноль. Это бомба какая-то. О, боже. Блядь, наконец-то мое зрение вернулось. Вы понимаете, что это за чат? Вы слышали? SCP-252 нарушил свое содержание. Так что это такое? Я не помню. Бомба, которая делает тебя гетеросексуальным. Точнее, гомосексуальным. Дайте МСРГу уволю. Ты меня не уволишь, я выше всех вас по званию. Совет 05. Какой ты совет 05, ты совет, блядь, 01, Максим. Чилипиздрик, ты чё съел, что тебя так скукожило? Да, это безбаливающий подъезд. Когда прыгнул в холодную воду, если вы понимаете, ещё. Карманный ученый. Кто ты такой? Я вор. А почему такой маленький? Я карманный. Вот смотрите, взорвалась геймбомба. Вот эта бомба, да? По идее, мы все должны стать геями. У меня есть предположение, что просто каждый это скрывает. Сэр, мы можем либо быть вне зоны действия, либо медбомбочки залезть. Я поворачиваться перед тобой не буду, стал в строй. Вообще, это же прошлое, это оружейка, да? Да, это бывшая оружейная, она должна быть изолирована от остальной части комплекса, чтобы в случае чего не взорвалось здесь чего-либо. Проблема в том, что предположение директора может быть верным, и бомба могла до нас добраться, вы просто это вскрываете, и, так сказать, как обладающий определенным... Ой, сзади вас! Господи! Вот они тоже напало! Отошли, назад. Закройте дверь нахер! Закрой дверь! У меня нет доступа! Я закрою! Защита директора наш приоритет, на остальных, как вы знаете, нам второстепенная задача. Анальная девственность директора тут самое важное. Подожди секунду, нам нужно будет сразу их предупредить, а то они придут и сначала они могут подумать, что все в порядке, понимаете, о чем я? И мы предупредим. Подождите, охранник, стойте, подождите. У меня есть идея, но это нужно прям актерское мастерство очень сильно. Мы можем влиться в их систему и пусть они думают, что мы одни из них. Так мы тогда дырявыми уйдем. А хотите тоже стать мелким или наоборот большим на наших серверах? Легко, просто поддержите проект и возьмите на сайте изменения размера. Также на сайте стал доступен радужный префикс, а на серверах появилось целое множество крутых плагинов. Мне ничего не вижу. Готовьтесь, они открывают двери! Тихо, все нормально. Убивайте их всех, не жалейте никого. Заберите, мать вам! Обосрались в самом начале. Блять, пускай они меня реанимируют нахуй. Я уверен, мне попало в нежизненно важные органы. Мозг — это хуйня. Так сказать, они так вольно с микрохидом. Кто мне, блядь, сейчас башку продырявил? Повезло, что в жизненно важные органы не задело. Вам повезло, что нас с микрохидом не зажарили. Если вы не дадите нам свободного прохода, пеняйте на себя. Потому что мы будем защищаться за свою натуральность. Давайте попробуем без оружия пока. Дайте угадаю, ваша зарплата 300 бакс? Чего? Тихо! Открывай, блядь, не! Блядь, они какие-то ёбные, я вообще... Кажись. Вы даёте директора, и мы вас не трогаем! Нахуй иди, директор не пойдет. Сука, не вздумайте меня, блядь, им отдавать! Давай. Беркут, давай чилипиздрика им отдадим, давай. И всё! Это инженер, дебил! Ты назначаешься директором? Психопат! А, в смысле? Это я! А что у нас с директором? У меня все в порядке с директором. Это необходимая жертва, доктор Коннорс. Ты разжалован, доктор Коннорс. В смысле, какая жертва? Нет, я не пойду. Доктор Коннорс, это приказ. Мы отдаем вам. Эти не поможет наши братья, мы отдаем вам директора, но вы отпускайте нас.
братья, мы же все братья. Я не могу сделать этого. Почему? Мы сюда не за директором пришли. Мы не хотели сделать вам плохо, мы хотели сделать очень хорошо. Мы хотели провести время. Бля, я не хочу, чтобы мне было очень хорошо. Мне кажется, мы оба не понимаем, что для кого хорошо, а что для кого плохо. Что вы подразумеваете под словом «хорошо провести время»? Хорошо провести время, так сказать, посидеть, поразговаривать, а потом дырочек попить сделать. Попить пивка. Ну, это мы тоже любим, так что, может быть, наши желания схожи, и вы просто откроете дверь. Но если только они на этом кончаются. Если вы уберете свои стволы, мы как бы можем говорить. Открывайте. А так вы уберете стволы? Какие стволы? У меня он только один, и он уже стоит. Не, мы согласны только на ноль. Значит, простой научный сотрудник, сэр. Да, я понял. Я обычный яйцеголовый. Все, ты говоришь, все, да, ты понимаешь, как... Ну, то есть, понимаешь-то, блядь, потому что если ты, блядь, если этого не сделаешь, мы все сдохнем. Не то, что сдохнем, мы потеряем нашу ориентацию. Это еще хуже, блядь, чувак. Господа, так сказать, дверка-то открылась, мы готовы давать вам господина директора нашего. Открываем. Мы вам очень доверяем. Опа. Давай, иди. Блядь, Беркут! Не стреляйте! Блядь. Лечите нашего, лечите, мать вашу. Как его лечить? Я медик, отойдите, сейчас все будет, сейчас. Не, я туда не пойду, блядь, идите нахуй. Я тут. Идем, Беркут, блядь. Блять, съебываемся! Мы инженера просрали! Тупил, блять! Мы инженера проебали, блять! Да насрать, господи! На этого, блять, пиздюка, блять! Это вообще девушка вроде бы! Да, это вообще девушка! Карлик какой-то! Я не знаю, что ты заливаешь! Мне кто-то за жопу там лап! Летел, да идем! Идем! Может, к херам взорвем это все нахуй, блядь? Взорвем давайте, командир! Да, нужно, блядь, второй раз взрыв все исправит, базарик. Вы видели SCP-040? Или кто это был, блядь? Это был 49-й, но, видимо, уже не он. Видимо, он тоже попал под... Разве этот SCP-объект действует на другие SCP-объекты? А мы ебем, что ли, блядь? Возможно. А что если он подействует на 096-го? Что тогда? Блядь, не спрашивай. Ты чё, совсем дурак? Господа, мы идем, так сказать, присаживаться на бутылочку. О, свои, да? Да. О, ага. Посмотрите. Чё, выйдут, не? Нет, они когда отстали, нас кто-то вел сюда наверх, но он отстал, потерялся там внизу, мы сами добрались. Ладно, вы видели, какие они там бутылки предлагают? Посмотрите, братья. Блять, куда идти? Сука, нас спалили! В чем прикол, знаете, типа, вот, короче, рэперы черные, они, короче, такие батлы устраивают, и, короче, смирно с тобой. Да что с тобой такое, блядь? Блядь, уже жопа, блядь, пердит нам, говорит. У нас будет тоже сам. Интерком! Вы знаете, что говорить? Да. А как объект? 5252, да? Да? Говорит директор комплекса, вот это, короче, тут у нас нарушение условий содержания SCP-объекта 252, гей-боба, она взорвалась. Мы единственные, наверное, кто остался натуралами. Спасите и помогите, блять. Все, никому не открываем. Все остальные, все, кто остальные там остались, они уже все, понимаешь? Они уже вот это, шпрехен в жопин. О, господи. Ну, нам остается только ждать спецназ, блять, ну... Как бы, Беркут, у меня к тебе плохие новости. Беркут, у меня проблемы. Ты знаешь, такая есть фишка, вот, у нас, я так понимаю, у директоров. Она позволяет мне тебя просканировать и, как бы, понять некоторые данные, ну, например, там, имя, понял, там, кто ты, да? Когда я смотрю на нашего дорогого человека, меня пишет натурал. Когда я смотрю на тебя, у тебя такой хуйни нету. Так я на вас тоже смотрю, у вас такого тоже нет, так сказать. Я командир службы безопасности, у меня есть такая же фишечка. Как? Ладно, блядь, будем разбираться, когда нас спасут. Карантин все, понял? Дефис, я слушаю. Дефис? Дефис, ёбаный в рот, ответь! Ты уже все? Да. Блядь, он уже все.
нужно... Йоу, блядь, у меня тут на мушке два, блядь, гена. А, жди, просто тебя обязательно спасут, я тебе обещаю. Я с вами пойду, он единственный, кто подтвержденный натурал, он, блядь, просто не должен, как бы, остаться подливе. Так, где ты? Как бы, спасти нашего братана. Ну, значит, я просто хотел тебе так сказать, пригласить... Чтобы лишних как бы людей не было, да? Садиться на бутылку. Ну давай, показывай. Я просто неопытен в этих делах, понял? Мне срочно нужно сделать фистинг. А, делайте ему, он уже разработан. Стой, фистинг. Стой. Да. А? Кого? Я кое-что забыл, сейчас вернусь. Не мешайте! Слава тебе, Боже, слава тебе! Святой Кирилл, вы очень похожи на натурала, вы в курсе? Я вам... Я всем расскажу! Я знаю! Я всем расскажу! Кадет! Кадет, ваш святой Кирилл очень похож на натурала. Блядь, доктор Коннорс, это ты? Группа. А вы страшите? Вы натурал? Блядь, нет, конечно, вы шо? Как вы можете меня так оскорблять? Блядь, черепиздрик, тебя уже нахлобучили или нет? Нет, подожди, так ты нормальный или нет? Я не понимаю. Как бы тебе сказать-то, а? Нам нужно срочно короче, это я, это все еще я. Как понятно? Нам вас вывести? Я не знаю, делай что-нибудь! Ну тихо, успокойтесь. Мы тут как бы все свои, понимаешь? Черепизрик уходит, не хочешь его? Не хочешь? Святой Кирилл, короче, вот понимаешь, он мне пришел... Он святой. Он, нет, а я не против, но он пришел, и знаешь, что он мне сказал, Лезерман? Что? Шон натурал. Кирилл, наклоняйся. Я тебя сейчас запихну. Так, ты натурал? Догадайся. Патроны кончились. О боже, он упал и пристрелил себя. Какой ужас. Ну что ж, я один остался жив, как бы это самое важное. А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.